Создание электронного портала является составной частью структурных и институциональных реформ, проводимых в стране. Об этом на презентации портала заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы. По его словам, запуск портала по закупкам послужит улучшению конкуренции и бизнес-среды, а также упростит работу предпринимателей. Госструктуры смогут размещать свои заказы на портале на год вперед. Предусматривается более эффективное использование государственных средств. Эффективность является главным фактором в этом вопросе. Мировая практика и опыт соседних стран позволяют предположить, что электронные госзакупки помогут сэкономить средства. Эта экономия очень важна для нас сегодня. Вусал Гасымлы отметил, что создание портала госзакупок позволит заранее прогнозировать бизнес. В то же время портал обеспечит и прозрачность. С помощью данного портала и государственные, и частные секторы будут полностью прозрачными в своих закупках, потому что сейчас мы внедряем цифровой подход, а не электронный, который повысит прозрачность всего процесса в целом. Общественность будет осведомлена о том, что покупает государство, у кого и как. В ходе презентации было отмечено, что создание нового портала повысит конкурентоспособность среды, что в свою очередь усилит эффективность частного сектора.